Между тем, погода 19 января в Ноябрьске будет весьма суровой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем воскресенья опустится до 25 градусов ниже нуля. Ожидается ветер порывами до 10 метров в секунду. Сильный ветер, метели и снегопад ожидаются в ближайшие дни. В связи с изменениями погодных условий госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Автомобилистам следует правильно выбирать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам переходить проезжую часть только на оборудованных участках.